Так, звезда Ютуба. Вот интересное решение. Столкнулись с проблемой. Колонны выравнивали пенополистиролом. Угу. И будут тяжелые, распашные, самое главное, распашные стальные ворота, которые создают большую нагрузку. И вот компания, которая занимается воротами, приехали ребята. Сначала заанкерили, собственно говоря, стойки бетона. Угу. А потом уже ребята Дениса и Овсепа подошли к ним пенопластом и все аккуратненько заделали. Красота? Красота, да, шикарно. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Ну что, здорово, красиво. Дом из газобетона. Это входная, въездная группа. Утепление фасадным пенополистиролом, не опор, 150 мм. Декоративные элементы из пенополистирола. Вот такая вот у нас красота. Система Церезит. Скоро красимся.